Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 Chaos. Давайте скорбь и пламя запускаем. Посмотрим, что у них там. Блин, скоро уже древо, уже финал будет. Сколько нам еще пройти-то надо будет? Я свободен после 10 000 лет тюрьмы. Но мой родной брат по-прежнему считает меня подлецом. Я покажу ему свою истинную силу. Я докажу, что демоны не властны надо мной. Ты в этом уверен, охотник? Время ты точно знаешь, что твоя воля принадлежит тебе? От тебя разит могилой, смертный. Ты пожалеешь, что встал у меня на пути. Ну, нападай. Увидишь, мы стоим друг друга. Поединок может продолжаться вечно. Ладно, говори, что тебе нужно. Ну что ж, слушай. Во главе армии мертвых стоит повелитель ужаса по имени Тикондрус. У него есть могущественный колдовской артефакт — череп Гул'дана. Именно этот череп — источник порчи, охватившей ваши леса. И ты хочешь, чтобы я украл его? Почему? Скажем так, я не люблю Тикондруса, а моему нынешнему господину было бы выгодно поражение легиона. С какой стати я должен верить твоим словам, человечишка? Мой господин видит все, охотник на демонов. Он знает, что ты всегда стремился к власти. Теперь же она сама идет к тебе в руки. Только возьми ее, и от твоих врагов не останется мокрого места. Предатель? Мое терпение подходит к концу. Зло приближается. Блин, еще и в эту край, ну-ка. Я не глухой. Что у нас в этом краю? Так, у нас трон есть? Трона нет. Мое терпение подходит к концу. Ой, твою мать. И это все? Наши воины вступили в бой. Ты умрешь. Что за негативная энергия поглощает 100 маны указанного противника? Ни шагу дальше. Тикондрус приказал убивать любого, кто попытается пройти сюда. И мы с радостью выполним этот приказ. Легко. Давай. Это что, шанс уклониться от атаки противника? Наши воины вступили в бой. Отмщение! Умри, глупец! Ты умрешь! Готово. Ты осмелился заговорить со мной? Не понял. Мое терпение подходит к концу. Так, а что мне надо тогда получается? Это есть, это есть. Ну-ка, давайте к дереву. Я не глухой.
Как мы сюда попали вообще? Ничего не понимаю. Отмщение! Мое терпение подходит к концу. Можно так прибить? Смогу ли? Давай, давай, давай. Выбросите нахрен. Без проблем. Легко. И это все? Исследование завершено. Без проблем. Легко. Так. Без проблем. Здесь у нас что? Блин, а где у меня войны-то? Богиня, наставь меня в пути. Ты осмелился заговорить со мной? Я не понял, а что? Тебя кто-то опустошает или что? Где демоны? Богиня, наставь меня в пути. Ты осмелился заговорить со мной? Давай сюда. Исследование завершено. Исследование завершено. Блин. Я что-то упускаю. Готово. Богиня, наставь меня в пути. Где демоны? Ах, что мне еще надо? Еще надо место. Природу. Мое терпение подходит к концу. Зло приближается. Давай, давай. Рано приближаться еще ему. Умри, глупец! Я готова. Как я люблю! Отмщение! Исследование завершено. Спокойно. Умри, глупец! Что произошло? Я готова. Леса. Ты осмелился заговорить со мной? Не. Готово. Без проблем. Как я люблю. Зло приближается. И это все? Зло приближается. Ты умрешь. Отмщение. И это все? Умри, глупец! Ты умрешь! Давай! Отмщение! Легко! Древо выращено. Без проблем. Легко. Понятно. Зло приближается. Смотрим. Легко. И это все?
Священная роща осквернена. О чем шумят деревья? Наши воины вступили в бой. Привет! Бедаем его, как я. Конечно. Мне вот это надо очень сильно разучить. Ухай. Наши воины вступили в бой. Я знаю. Я тут смотрю. Зло приближается. Твою мать, все понятно теперь. Против кого мы тут воюем все нахрен? Без проблем. Зло приближается. Недостаточно маны. Я вся внимание. Что произошло? Исследование завершено. Слушаю, ухожу в тень. Так. Привет. Вот так вот будет. Даже не знаю, куда мы тебя послали. Следов. Где демоны? Блин. Давай, тоже выучим. Надо. Что произошло? Мое терпение подходит к концу. Сейчас посмотрим, подожди. Легко. Зло приближается. Исследование завершено. Легко. Без проблем. Зло приближается. Без проблем. Легко. Давай смотрим. Какая-то муторная. Готово. Где демоны? Исследование завершено. Умри, глупец! Без проблем. И это все? Зло приближается. Без проблем. Исследование завершено. Священная роща осквернена. В чем шумят деревья? Охота начинается. С радостью. Точно в цель. Охота начинается. Мое терпение подходит к концу. Давай. И это все? Легко. И это все? Ты умрешь. Отмщение. Ты умрешь. Могу. Умри, глупец. Ты умрешь. Умри, глупец. Давай, давай, давай. Ты умрешь. Исследование завершено. Легко. А я-то убегу. Приближается. Без проблем. Зло приближается. Легко. Привет. Не оставлять следов. Бесшумно, словно рысь. Что произошло? С радостью. Где демоны?
Наши воины вступили в бой. Мое терпение подходит Привет. К концу. Ну-ка, давай-ка это грохнем здесь. Воистину, наши воины вступили в бой. Что случилось в наших Конь лесах? Глухой. Так. Мое терпение подходит к концу. Готово. Ты осмелился заговорить со мной? Я не глухой. Ну и еще одно давай. Ничего страшного. Вы мне сейчас все пригодитесь здесь. Что у нас там? Мало осталось. А бомбить много. Так, ладно. Мне надо... Да, штук 5, думаю, хватит. Ты осмелился заговорить со мной? Как я люблю природу. Богиня, о чем шумят деревья? Наставь меня в пути. Привет. Что случилось в наших лесах? Готово. Священная роща осквернена. Наши воины вступили в бой. Я не глухой. Мое терпение подходит к концу. Привет. Как я люблю природу. Богиня, наставь меня в пути. Давай. Готово. Где демоны? О чем шумят деревья? Ты осмелился заговорить со мной? Привет. Не оставлять следов. Во славу леса. Мое терпение подходит к концу. Исследование завершено. Давай сюда пока. Богиня, наставь меня в пути. О чем шумят деревья? Так. Не. Так, где-то у меня. Готово. И вот так. Я не глухой. Поторопись. Так, это у меня отряд 2. Готово. Бесшумно, словно рысь. Давай, давай. Сейчас мы с другой стороны еще пойдем, посмотрим, пощипаем. Готово. Исследование завершено. Так, ты вот это пока исследуй. Ну, давай пока вот так вот. Мы берем. Мое терпение подходит к концу. Ну-ка сюда подойди. Готово. Вот этих вот о мы... О чем шумят деревья? Поставим сюда. Я не глухой. И вот так вот возьмем. Все? Будет отряд 5. Готово. Вот сюда и пойдем.
Исследование завершено. Готово. Исследование завершено. Мое терпение подходит к концу. Умри, глупец! Готово. Священная рова воли богини. Ну-ка, давай-ка. Вот так. Ищи. Священная роща готова. Чернина. Наши воины вступили в бой. Бойтесь ночи. Да ё-моё. Мой лук всегда со мной. Священная роща. Мое терпение подходит к концу. Отмщение! Умри, глупец! Так. Надеюсь, мы его побеждаем. Отмщение! Свиток зверя. Ты умрёшь! Умри, глупец! Ты умрёшь! Так, а что у нас здесь произошло? Наши воины вступили в бой. Я не глухой. Давай. Блин. Отмщение! Снежить их. Ты умрёшь! Моё ожидание завершилось. Где демоны? Легко. Отмщение. Я не глухой. Где демоны? Давай. Мое терпение подходит к концу. Зло приближается. Вот так. Умри, глупец! Должны успеть. Без проблем. Легко. Вот сюда. Так, теперь чё вы? Ты осмелился заговорить со мной? Мое терпение подходит к концу. Да. Ты пока бездельничаешь, вот еще можешь здесь забахать. Так, что мне от тебя надо? Мне тебе надо катапульты 3 сойдет. Так, а сюда я еще не ходил, да? Пойдем потом, подожди. Свиток возвращения. Ой. Ну-ка сделаем вот так вот. Сейчас быстро сделаться. 1, 2, 3, 4. Пятый. Готово. Готово. Все, лечит. Я не глухой.
Готово. Готово. Делаться так, я давай-ка. Смелся заговорить со мной. Священная роща осквернена. О, ни хрена, он мощный, надо еще пушку ставить. Даже две поставлю. Наши воины вступили в бой. Где демоны? Что ты там вообще забыли? Внимая воле богини. Я не глухой. Мое терпение подходит к концу. Так. Вот так. Я не глухой. И это все? Без проблем. Ты осмелился заговорить со мной? Где демоны? Ты осмелился заговорить со мной? И это все? Я не глухой. Ты осмелился заговорить со мной? Давай. Мое терпение подходит к концу. Наши воины вступили в бой. Ну, вот готово. Ты осмелился заговорить со мной? Готово. Готово. Ну, давайте. Ты чини. В случае чего. Я не глухой. Так, где это у меня? Отряд 6 будет. Блин. Сокровищницами это проблема. Мое терпение подходит к концу. Давай. Ну-ка, дети, встаньте в ряд, встаньте в ряд, встаньте в ряд. Я не глухой. Мое терпение подходит к концу. Опа. Священная роща осквернена. Ну, пока в пределах допустимого. Баллисты нету. Ты осмелился заговорить со мной? Окей, на. Я не глухой. Так. Что у меня там по деньгам? 10 000. Здесь у меня 2000 осталось. Ладно, сейчас их туда пришлем. Где демоны?
Отмщение! Ты осмелился заговорить со мной? Где демоны? Давай сюда. Ты осмелился заговорить со мной? Где демоны? Священная роща осквернена. Ничего, переживу. Наши воины вступили в бой. О. О чем шумят деревья? Золотой рудник скоро иссякнет. Я понимаю волю богини. Я не боюсь. Мое терпение подходит к концу. Всех рассадили. Ну давай. Ты осмелился заговорить со мной? Я не глухой. Умри, купец! Давай, без этого никак. Где демоны? Я не глухой. На, не ожидал. А я вот смог. Так, и что у нас здесь? Мое терпение подходит к концу. Я не глухой. Тут что-то какая-то хрень у нас. Ладно. Где демоны? Пока сюда идем. Так, тут у нас все нормально. Так, древесина у нас есть. Так, исследовать мы пока все исследовали. Так, это что-то лечит у меня? А, дерево лечит. Золотой рудник обрушился. Вот и славненько. Давай-ка. Будь здорова. И у нас вот это вот еще нету. Вот здесь будет. Выберите другое место. Вы будете... Где другое место? У кого другое место? Исследование завершено. Что случилось в наших лесах? Выберите другое место. Какое место тебе сойдет? Давай. А вы пока вот здесь вот дерево добывайте. Хотя подожди, что-то дерево-то будешь добывать. Мне нужен источник жизни. Исследование завершено. Готово. Я не глухой.
Знаю. Готово. Так. О чем шумят деревья? На. По славу леса. Готово. Ждем. Готово. Так. Я поклялась отомстить. Ухожу в тень. Мне вот сейчас вы здесь нужны будете. Мое терпение подходит к концу. Наши воины вступили в бой. Где демоны? Так, здесь, конечно, у нас... Исследование завершено. Мое терпение подходит к концу. Вот так. Давай. Исследование завершено. Опять. Ничего. Хорошо защищен. Ничего ты сопоставить, да, не можешь. Все. Сейчас, подожди. Готово. Так. Готово. Готово. Вот так. Сохраняем. Ты осмелился заговорить со мной? Я не глухой. Исследование завершено. Ой, не-не-не-не. Где демоны? Ты осмелился заговорить со мной? Где демоны? Мое терпение подходит к концу. Такова воля богини. Ты осмелился заговорить со мной? Так, элитные силы легиона, а там не... А, вот они, врата, блин, туда только телепортироваться можно, да? Через врата. Тогда подожди. Мое терпение подходит к концу. Я не глухой. Давай. Мое терпение подходит к концу. Исследование завершено. На. Готово. На твою мать-то. Ты осмелился заговорить со мной. Готово. Почему так? Где демоны? Наши воины вступили. Ты осмелился заговорить со мной. Наш герой. Погиб наш герой. Знаем. Сейчас мы его воскресим. Богиня, наставь меня в пути.
люблю природу. Так. Сейчас, значит, здесь пройдемся. Сюда сходим, сгоняем. Богиня, наставь меня в пути. Ну, золотой источник мало, уже денежек-то. Исследование завершено. Пора просыпаться. На. Богиня, наставь меня в пути. Смотрим. Смотрим, что будет дальше. Как я люблю природу. Я прилетел на крыльях ветра. Готово. Богиня, наставь меня в пути. Что, еще пушку построить? Ах, как я люблю природу. Ждем героя. Зло приближается. Все. Мое терпение подходит к концу. Ты осмелился заговорить со мной? Пошли сюда. Без проблем. Тут один паук, который должен люлей получить. Подожди, а тут дерево тоже выкосили? Пора просыпаться. Или жив, пока воин жив, да? Мое терпение подходит к концу. И это все? Наставь меня в пути. Исследование завершено. Я не глухой. На. Исследование завершено. Вот так. У меня же был свиток возрождения. Ну вот он сейчас и используется. Не спеши. Выбирай с умом. Так, мне нужен свиток исцеления, свиток защиты. Я так думаю. Где демоны? Сюда двигаем. Ты осмелился заговорить со мной? Легко. Ты умрешь. Умри, глупец. Давай. Блин, свиток возрождения потратил нахрен. Ты умрёшь. Отмщение. Давай. Сможем. Нет, не сможем. Не сможем. Без проблем. Я просто не тот свиток использовал там, где надо. Ты умрешь. Наши воины вступили в бой. Зло приближается. Сейчас мы. Эта пульта еще одна должна быть. Мое терпение подходит к концу. Наши воины вступили в бой. Легко. Загасите эту тварь. Что случилось в наших лесах? Что произошло? Так,
кольцо защиты неплохо так выпало. Бесшумно, словно рысь. Оставь меня в пути. Во славу леса. Ты осмелился заговорить со мной? У нас мало времени. Мое ожидание совершилось. Священная роща осквернена. Так. Где демоны? О чем шумят деревья? Ты осмелился заговорить Золотой со мной? Золотой рудник скоро иссякнет. Богиня, мы знаем. Наставь меня в пути. Я вся внимание. Так. Наши воины вступили в бой. Ну где тут воины-то у меня были? Недостаточно мало. Зло приближается. Богиня, наставь меня в пути. Давай, запасайся манами. Маной. Легко. И это все? Поторопись. Я не глухой. Без проблем. Меня еще убить. Должен быть один. Богиня, наставь меня. Ну-ка давай-ка чини. Уничтожили, блин. Все. Где ты? Внимаю воле богини. У нас мало времени. Богиня, наставь меня в пути. Где демоны? Не-не-не-не, где-то тут, подожди, кольцо защиты было. И это все? Не буди его мне, зверя. Мое терпение подходит к концу. Когда начинать? Где демоны? На. У нас мало времени. Меня. Так, повышенная сила атаки воинов, находясь поблизости, на 25%. Так, это принять облик. Медведя в этом облике друид лучше сражается, но медленно восстанавливает ману. Когда начинать? Понятно. У нас мало времени. Золотой рудник обрушился. Не буди Один. Его мне, зверя. Ну, что там? Ничегошеньки. Вау, перчатки Мое скорости. Мое терпение подходит к концу. У нас мало времени. Сейчас, подожди минутку. Не буди его мне, зверя. У нас мало времени. Где демоны? Я не глухой. Когда начинать? Не буди его мне, зверя. Мое терпение подходит к концу. Когда начинать? Давай. Отход, отступаем, отступаем. Бьем. Все, что движется. Давай, давай, давай. Мы сможем.
Охренеть. Наши воины вступили в бой. Где-то там, наваляйте ему. Наши воины вступили в бой. Вот я. Кто-то дохнет. Наш герой. А с чего ты погиб-то? Перетрудился, бедняга. Священная роща осквернена. Ой, ёж, что ее мать. Давай сюда двигай. Понятно. Ухожу в тень. Воистину. Ищи. Блин, эти так медленно идут. Слушаю. Ухожу в тень. Зло приближается. Нашелся. Зло приближается. Сюда беги. Приближается. Знаешь, что приближается? Мое терпение подходит к концу. Ты осмелился заговорить со мной? Ну-ка быстро сюда. Я вся внимание. Будь здорова. Где демоны? Древо не может расти здесь. Наши воины вступили в бой. Я поклялась отомстить. Сюда-сюда. Такова воля богини.
Так, теперь вы кучей вот сюда. Я вся внимание. Мое ожидание завершилось. Так, потише. Привет. Не оставлять следов. Слушаю. Я не боюсь. Сюда давай. Давай поближе подойди. Ой, на чуть-чуть там. Пипец. Я вся внимание. Воистину. Давай, 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 давай. Готово. Готово. Так. И куда-нибудь. Готово. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что ж. Так, тут у меня что пока? Пока все хорошо, тишь да гладь, да Божья благодать. Ну ладно. Я не глухой. Мое терпение подходит к концу. Готово. Готово. Так, а мне же надо еще катапульта. Давай пока две делаешь. Посмотрим, посмотрим. Готово. Посмотрим. Поторопись. Ну мне что торопиться-то? Ямщик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Давай. Ну, вроде нормально. Ты осмелился заговорить со мной? Наши воины вступили в бой. Я поклялась отомстить. Так. Я не боюсь. Вот как раз на такой случай-то я и приготовил эти мортиры. Опа. Воли богини. Давай. С
7 навешаем. Я не глухой. Я поклялась отомстить. Где демоны? Готово. Я не глухой. Отмщение! Давай. По-быстрому загасим здесь всех. Ты осмелился заговорить со мной? Так. Мы туда не проходим. Ага, если только повернуть, ладно. Давай-ка для начала. Без проблем. Я вся внимание. Я не глухой. Я поклялась отомстить. Смотрим. Ты осмелился заговорить со мной? Где демоны? Я не глухой. Не моя воля богини. Ты осмелился заговорить со мной? Наши воины, поторопись. Давай. Где демоны? Ой-ой-ой. Слушаю. У нас мало времени. Я смелся заговорить со мной. Зло приближается. Внимаю воле богини. Когда начинать? Где демоны? На. Наши воины вступили в бой. Меня я вся внимание. Будить? Внимаю воле богини. У нас мало времени. Я поклялась отомстить. Меня будить. Мое терпение подходит к концу. Давай. Без проблем. Внимаю воле богини. Немного осталось. Скоро ты перейдешь у меня. Перешагаешь. Я вся внимание. Ухожу в тень. Не буди его мне, зверя. Давайте, давайте. У нас мало времени. Слушаю. Раз вы все сделали. Моё желание завершилось. Я вся внимание. Все, вроде все подлечились. Ну, поехали тогда к наступлению готовиться. Ты осмелился заговорить со мной? Когда начинать? Священная роща осквернена. У нас мало времени. Сейчас.
Наши воины вступили в бой. Мое терпение подходит к концу. Где демоны? Меня будить? Я поклялась отомстить. Так. Все, молодец, ты назад. Я вся внимание. Воистину. Наши воины вступили в бой. У нас мало. Я осмелился заговорить со мной. Давайте, 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 ребятки. Тут-то я уверен, никто не пройдет. Уж денежки-то я свои защищу. Сохранить. Когда начинать? Слушаю. Я не боюсь. Воистину. Меня будить? Я не боюсь. Когда начинать? Мое терпение подходит к концу. Ты умрешь. Вот где хранится череп Гул'дана. Жалкие демоны не помешают мне забрать его. Мое терпение подходит к концу. Не буди его, не зверя. Где демоны? Я не глухой. У нас мало времени. Я поклялась отомстить. Где демоны? Ты осмелился заговорить со мной? Зло приближается. Мое терпение подходит к концу. А, так можно что-то? Давай. Свет. Мало времени. Охренеть. Я бы там бы воротину бы разбил бы тогда. Лиса избавлены от порчи. Подожди, это что я не взял-то? Если я заберу силу черепа себе, то стану могущественней любого из архимандовых прихвостней. Да, эта сила должна стать моей. И теперь она моя! Золотой рудник скоро иссякнет. Ты осмелился заговорить со мной? Зло приближается! Без проблем! Когда начинать? Блин, не то нажал, и все. И хана нахрен. Ой. Не буди его мне, зверя. Они мертвы. Зашибу. На. Меня будить? Конечно. Я смелся заговорить со мной. Давай. Отмщение. Мое терпение подходит к концу. Некуда класть. Ну-ка, о чем шумят деревья? Где демоны? Зло приближается. Ого. Мое терпение подходит к концу. Что случилось в наших лесах? Двери закройте! Я не глухой. Легко. Ты умрешь. Ой, ни хрена. Раскидал. Ну это пока здесь. Временное событие, не надо тут. Мое терпение подходит к концу. Зло приближается. Привет.
Ты осмелился заговорить со мной? Ну, давай, давай. Где демоны? Что произошло? Давай, давай. Наши воины вступили в бой. Чем шумят деревья? И еще залп. Золотой рудник обрушился. Так. Встаем. И идем вот сюда. Встаем. Наши воины вступили в бой. И идем вот сюда. Ой, да, да ладно. В наших лесах? Я не глухой. Легко. Для начала мы уничтожил. А, вот кого надо уничтожать-то. Без проблем. Что произошло? Наши воины. Точно, нам же его надо уничтожить. Что? Ты. Посмотрим, умеешь ли ты сражаться с себе подобными. Воины вступили в бой. Беды, я смирился заговорить со мной. Я не привет. Охота начинается. Отмщение. Кто бросит мне вызов? Охренеть. Погиб наш герой. Понятно. Надо потихонечку, значит, подходить. Сюда, сюда. Так. Так, и... Так, и герой нам нужен. Так, ты у нас... Делаешь главное дерево. Ты у нас пушка. Богиня, пушка. Наставь меня в пути. Я прилетел на крыльях ветра. Пушка. Ах, как я люблю природу. Пушка. Так, теперь ты... Будем еще пушки делать. Блин. Долгая миссия, да. На крыльях ветра. Богиня, наставь меня в пути. Вот ты че? Ах, как я люблю природу. Проси, о чем хочешь. Я прилетел на крыльях ветра. Пушка. Богиня, наставь меня в пути. Ах, как я люблю. Я прилетел на крыльях ветра. Вот сюда мы. Готово. Не знаю, с какой стороны у нас будут атаковать. Готово. 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 Богиня, я прилетел на крыльях ветра. Зло приближается. Ах, как я люблю природу. Готово. Угу. А. Thank you.
Богиня, наставь меня в пути. Выберите другое место. Здесь сойдет. Просыпаться. Мое терпение подходит к концу. Так, где эти врата грёбаные? Богиня, наставь меня в пути. Вот сюда пойдем. Лыжи. Начинать. Отряд номер два. Готово. Наши воины вступили в бой. Я смелся заговорить со мной. Ты умрешь. Давайте, давайте. У нас мало времени. Понятно. Пора Лайса Моркенна. Где демоны? Наш Агиб, герой. Наш герой. Твою мать. Он еще денег стоит на воскрешение. Готово. Не буди его мне, зверя. Готово. Готово. Конечно. Они мертвы. Собратьев моих. Давайте сначала так разберемся. Идиот. Тихо, всем. Приземляйся. Блин, все-таки он что-то бахнул. У нас мало времени. Лайта Моркенна. Ага. Никак. Не буди его мне, зверя. Да будьте три тогда. Конечно. Меня будить? Меня будить, это же сказки такие были. В два раза больше. Лечат. Ты у меня на пушку пойдешь. Вот сюда. Зло приближается. Давай, козлина. Иди сюда. Сначала надо врата эти вынести. Тут-то кто остался? Слушаю. Такова воля богини. Ухожу в тень. Блин, долгая миссия. Долгая. Охранить. Так, тут у меня качается, тут денежка качается. Так, ты сюда отходи. Готовы? Не буди его мне, зверя. Мое терпение подходит к концу. Я вся внимание. Бойтесь ночи. Ну-ка, давай. Когда меня будить? У нас мало времени. Давай. Не буди его мне, зверя. У нас мало времени. Давай. Ты умрёшь. Моя воля богини.
Что-то случилось в нашей жизни? Твою мать, опять? Готов. Я смелся заговорить со мной. Охота начинается. Да бросит, не выйдет. Слышу, веды моего копья. Ну, выполнено задание, наконец-то, нахрен. Подлый демон, что ты сделал с моим братом? Это я, Фарион, такой, каким я стал. Нет. Иллидан, как ты мог? Повелитель нежити уничтожен. А земля со временем залечит свои раны. Ценой гибели твоей души? Ты не брат мне. Уходи и никогда больше не появляйся в наших землях. Да будет так, брат. Я еще и деревья поломал нахрен в итоге. Что ж, на этом все, блин, долгая миссия. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!